Координаторы, домкомы, представители территориальных органов самоуправления вносят огромный вклад в благоустройство села. Но перед общественниками встает ряд проблем, решить которые они не могут без участия администрации. С муниципальным контролем мы постоянно взаимодействуем. И это взаимодействие и работа дает положительные результаты. Мы к ним обращаемся по вопросам, которые нас интересуют. Они с нами советуются по тем проблемам, которые в селе возникают. Высокий сезон в курортном поселке несанкционированная торговля – одна из самых острых проблем. Общественники помогают муниципальному контролю, информируют специалистов о нарушении правил торговли и благоустройства. За всем не уследим, так как лето, торговля идет. С несанкционированной торговлей боремся. Ее очень много в Витязеве. Поэтому помогайте, задавайте вопросы, вместе рассмотрим, выйдем. Важную роль совместных собраний отметили представители власти и общественники. На многие вопросы жители незамедлительно получили ответы.